Переехал лежачего пешехода, а затем пустился в бега. Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Тагучинском районе. Пока этот инцидент вызывает много вопросов. Непонятно, почему пешеход лежал на дороге. Неизвестно, по какой причине водитель скрылся, и не исключено, что погибший умер еще до наезда. Да и не факт, что автомобилист почувствовал, как под колеса попал человек. По предварительной версии, по пешеходу проехала грузовая машина. В непосредственной близости расположен карьер. Водитель, вместо того, чтобы вызвать скорую и инспекторов, поспешил ретироваться. Возможно, 53-летний мужчина был жив. Только судмедэксперты установят, какая именно травма стала смертельной и в каком состоянии был пешеход в момент ДТП. Около 21 часа на улице Центральной села Карпысак неустановленный водитель на грузовом автомобиле совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Грузовик скрылся в направлении трассы К-19Р Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. В результате ДТП 53-летний мужчина-пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, разыскные мероприятия продолжаются.